В год основания города Видное на одной из его центральных улиц был построен детский сад «Малыш», который находился в ведомстве градообразующего предприятия Московского коксогазового завода. Несколько лет назад его передали под руководство управления образования, и садик перестал функционировать. Детки в него не ходили, и реконструкции не проводилось. Однако и до «Малыша» дошли долгожданные перемены. С ноября 2015 года как раз совпало с моментом, когда на должность главы администрации пришел Олег Владимирович Хромов, началось движение по модернизации и реконструкции этого детского сада. Я думаю, что это большое событие для всех жителей Ленинского района, особенно для детей, которые смогут прийти в следующем учебном году в это дошкольное учреждение. Сейчас в детском саду идет полная перепланировка здания. Пристраиваются новые корпуса, где будут находиться музыкальные и физкультурные залы. Реконструкция ведется в соответствии с современными ГОСТами и стандартами. Обновленный садик рассчитан на 120 воспитанников. Его территория будет составлять порядка 3000 квадратных метров. Старого здания остается одна коробка только. Все. Несущие стены с перекрытиями. А так остальное все демонтируется, все будет новое. Инженерия, электрика, все будет новое. Канализация, водопровод. Пространства для комфортного пребывания в саду детей более чем достаточно. Реконструкция предусматривает создание логопедического и психологического кабинетов, класса для кружковой работы. Все это позволит углубленно заниматься с учениками. Предположительно, в ноябре обновленный детский сад «Малыш» примет своих новых воспитанников, и тогда здание наполнится детским смехом. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Видное ТВ.